Вопросам профилактики правонарушений уделили внимание депутаты окружного парламента. Они рассмотрели изменения в законопроект, который направлен на обеспечение комплексного подхода в осуществлении профилактики правонарушений в Ненецком округе. Принятие изменений, отметили участники заседания, крайне необходимо. В регионе отмечено увеличение количества преступлений в сравнении с прошлым годом. Проект закона о профилактике правонарушений в НАУ внесла на рассмотрение депутатов прокуратура Ненецкого округа. На заседании комиссии законопроект представила старший помощник прокурора округа Елена Карпушева. По ее словам, в настоящее время нормативные правовые акты, определяющие общие принципы и направления работы в сфере профилактики правонарушений, как на уровне Российской Федерации, так и на уровне округа, отсутствуют. Вместе с тем, вопрос профилактики преступлений и иных правонарушений является для нашего региона актуальным. Представленный законопроект, он направлен на изменение криминогенной ситуации в регионе и предлагается им определить основные принципы, задачи, направления и формы деятельности субъектов профилактики, системы профилактики правонарушений и в том числе установить меры профилактики отдельных видов правонарушений на территории Ненецкого автономного округа. То есть, иными словами, данный законопроект фактически направлен на обеспечение комплексного подхода к вопросу профилактики на территории Ненецкого автономного округа. Принятие данного законопроекта, оно не потребует выделения средств из окружного бюджета, также внесение изменений и дополнений для признания утратившего силу иных нормативных правовых актов, принимаемых собранием депутатов. В ходе обсуждения вице-спикер Татьяна Бадьян обратила внимание участников заседания на необходимость разработки детального плана межведомственного взаимодействия всех субъектов профилактики правонарушений. Также она предложила всем заинтересованным сторонам высказать свои предложения и замечания к проекту закона, которые будут учтены в итоговом документе.